Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Alex Kinder Toys. И сегодня у нас тематический микс, посвященный популярному мультику «Щенячий патруль». Любите этот мультик? Тогда не забудьте поставить лайк под видео. Будем открывать различные сюрпризы. Сегодня понедельник, не забудьте зайти в мою группу ВКонтакте и посмотреть, кто стал самым активным подписчиком за прошлую неделю и получит 5 моих повторных игрушек. Ссылочка будет в описании под видео. Шоколадный шар Чупа-Чупс. Эта серия состоит из 8 игрушек. Мальчик Райдер, командир и наставник щенячьего патруля. Эта игрушка прилипала. Сделана из резины. Качество довольно неплохое. Свитбокс с крепышом на обложке. А с другой стороны гонщик. Пакетик с мармеладом и пакетик с игрушкой. В этой серии 7 игрушек. Гонщик, Маршал, Зума, Крепыш, Скай, Рокки и Эверест. Не попался гонщик. Серьезная немецкая овчарка, лидер команды щенков, смелый и очень умный. Классная пластиковая фигурка, выполнена качественно. Трейлер гонщика превращается в полицейский грузовик. Он даже одет как будто в полицейскую форму. На голове у него прикольная фуражка со значком щенячьего патруля. За спиной рюкзачок. Ушки торчком. Добродушная улыбка. Отличная фигурка. Пакетик с наклейками от Panini. Зевающий гонщик, наверное, только проснулся. Составная наклейка. Рождественская елка. Какой-то усатый пасечник с горшочком меда. Это Маршал, и он, похоже, поймал какую-то девочку с котенком в сеть. Фигурные наклейки. Это Скай. Еще один шоколадный шар Чупа-Чупс. Это Скай, щенок породы Кокапо. У нее на голове розовые летные очки, потому что она обожает водить вертолет. А еще летает на крыльях, которые спрятаны в ее рюкзачке. Прикольная ушастая собачка. И еще одна коробочка от Свитбокса. И мне попадается Маршал, храбрый отважный долматинец, любит подурачиться, очень неуклюжий. Давайте на него посмотрим. Какой замечательный щенок. Маршал ездит на пожарном грузовике. За спиной у него рюкзак с огнетушителями. На голове пожарный шлем с эмблемой щенячьего патруля. Выглядит очень классно. Хвост торчком. У него даже сделаны подушечки на лапках. Прикольная фигурка. Еще мне очень нравятся его ушки в пятнышко. Коробочка с хрустящими палочками снежной пастой. Щенячий патруль. Стикер в подарок. Здесь вот такая шоколадная паста. И вот такие длинные палочки. Выглядит прикольно. И внутри должен быть стикер. Похоже, пока палочки не съешь, стикер не достанешь. Прикольная объемная наклейка с Райдером. Выглядит классно. И еще один шоколадный шарик Чупа-Чупс.
Это Маршал. До этого попался мне в свитбоксе, а теперь и в чупа-чупсе. Резиновая прикольная игрушка прилипала. Очень большой у него шлем на голове. Больше, чем сам щенок. Выглядит прикольно. Давайте их сравним. Из шоколадных шаров Чупа-Чупс Щенячий Патруль у меня уже собрано 6 фигурок. Осталось найти еще 2, Гончика и Эверест. И еще один пакетик наклеек от Панини. Это похоже улей с прикольными пчелками, пухлыми и пучеглазыми. Маршал, похоже, спасает кошечку на доске от серфинга. Гончик распластался на асфальте. Крепыш и Маршал празднуют, похоже, Новый год. Прикольный серебристый спец с пасечником, который нам уже попадался, выглядит очень красиво. В одной руке у него тарелка с вкусняшками, а в другой какая-то палка, с которой стекает мед. Красивые наклейки у Панини. И у меня остался еще один свитбокс. Надеюсь, попадется новая фигурка. Хотелось бы найти крепыша. Но мне попался Рокки. Сообразительный песик-дворняжка. Умная и творческая собака. Какой прикольный серый песик с белыми носочками. Забавный у нее хвостик. На голове классная бейсболка. Его транспорт – это грузовик с инструментами для спасательных операций. Ранее свитбоксом мне попадался Зума. Теперь у меня из этой серии собрано 4 игрушки. Осталось найти Крепыша, Скай и Эверест. Вот такие классные игрушки хорошего качества и без повторок, а также красивые и яркие наклейки мне попались в тематическом выпуске «Щенячий патруль». Я считаю, что выпуск сегодня удался. Если вы думаете так же, ставьте лайк под видео. А еще напишите в комментариях, какой щенок вам больше всего нравится из «Щенячьего патруля». Всем пока! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку со сладостями.